И всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую, ни в коем случае никогда никого ни к чему не принуждаю. Только даю информацию. И сейчас расскажу вам о проекте Transorus, которым я уже... название, конечно, согласен, не очень такое вот прям яркое такое, знаете, звонкое, что легко запоминается. Ну, мне оно быстро запомнилось. Не знаю, как вам. Проект шикарный, проект меня радует. И стоит в него заходить или не стоит? Мое мнение то, что можно поучаствовать и можно заработать. Если, конечно, кто хочет заработать. Пока что у меня командочка тут очень небольшая. Все люди спрашивают, интересуются за этот проект. Очень много вопросов. Некоторые люди говорят, что как, расскажи. Давайте расскажу. Раз уже на то пошло. Дизайн, смотрим, вообще великолепный. Подготовка шикарная. Ну, видно то, что админы постарались. Неплохой проект. Конечно, риски есть кругом, риски всегда есть. Но я считаю то, что можно заработать. Можно как заработать, так и потерять. Поэтому каждый должен решать сам. Но все-таки я надеюсь, то, что мы тут заработаем и очень неплохо. И если повезет, даже не один круг сможем заработать. Почему нет? Видим, все для этого предпосылки есть. Рекламы пока что сильно агрессивной нет, это раз. Дальше, маркетинг вполне рабочий. Тот же вот Alistrade с таким же маркетингом, только там свой токен есть. Маркетинг, я считаю, рабочий, работают такие проекты. Почему нет? Давайте посмотрим, сколько можно заработать. Все зависит от того, какие у вас есть средства свободные. Вот лежат там $500, вот 500 баксов вам не жалко, к примеру. У вас хороший портфель, там несколько тысяч. Вы решили 500 баксов выделить. Пожалуйста. 1100 баксов за пару месяцев заработать, я считаю, то, что неплохо. Есть там, к примеру, там $1000, у вас будет 2250. Я считаю, все довольно классно. Вот. И если вам интересно все мои новые направления, куда я инвестирую, куда захожу, то у меня телеграм-канал на английском, ссылочка будет в описании. Давайте перейдем в аккаунт и сразу хочу рассказать, что тут и как. Тут у нас есть security. Security мне очень понравилось. Тут написано, значит, у меня всегда сложный пароль. Вот, и тут мне понравилось параноик. Вот, если прям вы совсем там ночами не спите, переживаете, то лучше тогда вам даже в такие проекты не заходить, наверное. Вот, если вы там переживаете за защиту, чтобы аккаунт не взломали. Нужно переживать, я думаю, то, чтобы проект... платил. Тут же есть двухфакторка, и тут у нас есть еще кошелечки, edit аккаунт нажимаете, и там ваши платежные все реквизиты. Давайте нажмем вывести, немножечко тут реферальных и этих, и значит, и у меня еще с депозита. Я все выводил, вывожу каждый день, значит, с выплатами вообще хочу рассказать, друзья, проблем никаких нет, абсолютно никаких. Вот, с выплатами приходит все четенько. Все четенько, все просто инстантиком. Вот оно, Batch ID. Только очень плохо то, что TRC20, большие комиссии. Мне так удобнее просто было заводить. Были свои причины. Так, это у меня выплата Sales. И это у меня вот выплата пришла. Свеженькая выплата. Вот она, 11.95, пожалуйста. Как красиво. Просто красота. Все до копейки пришло без комиссии. В общем, проект платит. Я тут начинаю потихонечку отбиваться. За 5 дней я уже сколько заработал. Давайте посчитаем. Я тут сколько в 5 дней в проекте. Давайте чисто посчитаем на инвестициях без партнеров. Проект платит, проект развивается. Рекламы особой нет. Все предпосылки есть, чтобы заработать. Давайте посчитаем с $300. У меня по 11 баксов. Ну, потихонечку начинаю отбиваться. Вот 5 или 6 дней тут, я не помню уже сколько. 4%, давайте вот так вот 3,77 умножить на 6, завтра тоже 6 день, ну на 22% я уже отбился, пятую часть депозита уже отбил, вот, и я думаю, то что я тут заработаю и 220% вот этих, 226 даже, и пойду на второй кружок на реинвест, потому что проект действительно мне нравится, классный проект. Вот, ни в коем случае никого не принуждаю. Не забывайте о рисках, но для портфеля, считаю, проект неплохой, почему нет. Рекламы нет, спокойно развивается, администрация хочет поработать. Все как бы классно, с выплатами тоже все видим классно.
Побольше вам профита, друзья. Никогда не забывайте о рисках. Ну и до новых встреч.